Всем привет. Вот хотел показать всем магазин а-ля Dixi. Вот. Ну, что такое продукты? Такой вот магазинчик. Глаза, естественно, разбегаются от цен, от всего этого. Ну, вот интересно, из майонеза, наверное, может быть, кому-то будет интересно. То есть в изобилии. Маккормик — это самый дорогой майонез. По $7. Это самый вкусный майонез. Объемы чем ниже, тем выше. Да? Вот это уксус, наверное, там Хайнц. Марокан Райс. Разнообразие томатов. Кетчупов. Нутелла. Вот, элементарная. 4,39. Сами можете посмотреть в Dixi, сколько у нас стоит нутелла. Она также, да. Она здесь никому не нужна. Тут джемы 5,49, 3,19. Вот такие вот сиропы. Очень интересно. Такая вот бутыль за 7,49, да, для оладышек сироп какой-то. Flower and Maple Sample. Не знаю, что-то медовое, наверное, что-то. Байлер 4 Big. Разнообразие огурцов. Ну вот в магазине можно просто потеряться на самом деле. И вот все говорят, что набирают продукты там на месяц, там на два. То есть, ну, понимаете, что вот такие вот бутылки, да, допустим, огромные. Тот же Weekly Special. Арбуз, Pineapple. Ну, то есть, вот я даже не знаю, как это. Сейчас вот пройду. Это вот пошло пиво в холодильнике. Вот. Пиво все в коробках. Оно не продается ни по одной, ни по две банки. Эксклюзив вот можно взять вот это пиво, которое мы в Мексике покупали. Вот такие три банки стоят 7,49. Вот. Из интересного, естественно, сейчас покажу. Фанта. Ну, это апельсин Фанта. Фанта Пайнэппл. Такое интересно. Такие вот маленькие баночки. Coca-Cola Zero. Это без сахара. Ноль сахара. Так, пепси здесь, наверное, нету, да? Да, нет, вот есть пепси. А вот это вот корень, какой-то специфический такой запах от него идет, а-ля лакрица. Вот что это такое. Брал я один раз этот лимонад. Его можно пить, но со льдом, потому что так его принтерно употреблять. А, так, это вода, Average Low Price. Rauhit Mountain Spring Water. Ну, какая-то вода продается. Целая канистра. Огромная, да, канистра? Ой, это вот так вот она, то есть, берется канистра. Кристалл Гейзер. Ну, то есть, вот так вот все прилавки буквально. Они просто, ну, подзабиты. Сейчас у меня еще есть одна минутка времени. Я покажу алкоголь и выбор вин. Очень колоссальный выбор вин именно калифорнийских. На любой тут заказ можно вот вино выбрать. Чем ниже, я говорил, тем больше объем. Вот они, большие пузатые бутылки. Пожалуйста, она стоит $16. Тут, я думаю, что одной бутылки такой хватит на даже на двоих с лихвой. Австралийское, наверное, вино какое-то. Кенгуру, Йеллоутейл, Мерлот. А, ну Мерло. Широс. Я не знаю, что это такое. Эко Думани. Нету тут вот таких распространенных, как этих самых. Грузинских вин есть вот в этих больших пакетах вина. Вот они все здесь представлены. Прям вот так вот. Шардоне, Шаблис, Каберне Совиньон,
Вайт Зинфандел, я не знаю, что это такое. Сангрия. Сангрия. Деликаус. Деликатес, деликаус. Блаш, ред. Вайт, крисп, рак, вайт. Чил батл ред, рефрешинг вайт. То есть такая огромная бутылище, экономия. Доллар тут даже написано. То есть $11.34. В принципе, вот такая вот она. Здесь пакет просто. Ну, вот и здесь фонтанчик. Как всегда. Вот, тяжелая, тяжелая. Ой, ценники. Не хочу мять. Вот так аккуратненько. И вот есть еще. Тут уже начинается такой вот алкогольный. Уже вот прямо. Ну, рай, как бы тут все. Тут Бакарди пошло. Бакарди, Каптен Морган. Водка. Вот этот самый продается. Игорь Мейстер. Беллис. Из такого знакомого. Смирнов. 15.99. $16. То есть такая бутылка Смирнова. Джек Дэниелс. Огроменная бутылка. 33. Джеймс Блэк. Ну, то есть вот распространено очень, так скажем, у них это все. Мартини Росси, Мартини Росси. Да, Мартини, Мартини, Мартини Бьянка. Я еще пока не видел Мартини, но оно тоже есть. Просто здесь в этом магазине его нету. А вот опять же таки разнообразие этих всех соков. Пожалуйста. Ну, я не знаю, но это вообще просто умопомрачительный сок. А, вот томатный сок. Все, я его нашел, наконец-то, томатный сок. Ну, вот такая вот бутылка томатного, классический томатный джус. Это концентрат даже написано, то есть 100% джус, витамин С. Да, здесь синий какой-то джус, этикетка. Фиолетовая, да, а здесь красный. И еще какой-то с этой стороны есть томат. V8 Laos Sodium какой-то. Так, вот сломато какой-то. Original томата коктейль. Какой-то томата коктейль. Разные еще тоже какие-то томаты. Томата, ой, манго-банана. Такой тоже вот. Манго-оранж. Ну, это какой-то перченый, даже видно, что череп нарисован какой-то вот. И так вот. Так что вот, а мы обходимся вот такой баночкой. Термос у меня, там лед и вода. Вот, я вот так открываю и пью. Вот так вот. Постоянно выходишь, потому что очень жарко сейчас на улице. Без воды никуда. Так что вот. Ну, ладненько, всем пока. Всего доброго. Спасибо, что смотрите нас.